Был теплый весенний день. Юрий Гагарин лежал в гамаке и наслаждался тишиной. И вдруг звук назойливого комара. И Юрия Гагарина осенила мысль. А если на Марсе такие назойливые комары и насекомые? Эта мысль не давала ему покоя уже одну неделю. Так уж и быть. Слечу-ка я на Марс и посмотрю, есть ли там такие насекомые и комары. Юрий Алексеевич Гагарин на экипаже «Восток» вылетел в космос. Не облетев один раз вокруг Земли, он увидел Марс. Решил слететь на него, никто не заметит. Комары похожи на земных, но только в 3 раза больше. И вдруг ему позвонили с Земли. Его срочно вызывали обратно. И он вздохнул с облегчением. Хорошо, что есть повод вернуться на Землю, а то еще других монстров встречать. В ракете он сидел и думал. Ой, хорошо, что я лечу к своим миленьким комарикам. Когда Гагарин полетел в космос, он встретил на своем пути черную дыру. Попав в черную дыру, он переместился в другую галактику. В другой галактике было очень много планет, и приземлившись на одну для пополнения запасов продовольствия, он встретил там инопришеленцев. Они выглядели как амебы которые летали немного над землей. Инопланетяне использовали для передвижения червяков. Привет. Как дела? Гагарин спросил, где можно найти продовольствие. Они ему, как инопланетянину, для них дали ему как дары со своей планеты. До свидания, до новых встреч.